Очень хочется показать вам истинное лицо человека, который... Ты смеешься, спасибо. Угу. Который хотел всю ночь спать, хотел бодрствовать и издеваться над родителями. Да-да, это ты. Да-да. Да, конечно. Нет, безусловно. Ты ни в чем не виноват. Ты... Это все мы, я и твой отец. С Региной, как это сделать? Я просто не понимаю. Посмотрите, мне кажется, у меня глаза вообще... Как будто в них песок. Мне так больно, мне хочется спать. Мне не могу открыть глаза. А ты смеешься, да? Тебе смешно? Да-да, ничего, ничего. Ну да, да сам туда идешь, что ты говоришь такое? Личной жизни произошло, что можно со своей бездарностью теперь кататься на своей вот этой вот жертвенной ситуации. Вы сейчас понимаете, о чем я говорю, давайте не будем называть эти женщин слух. Потому что твои личные... Быстро заходите по ссылке, там не стоит. Смотрите, смотрите все. Дима Шепелев отмазывается от съемки и говорит всем, что он врач. Мне очень плохо. Я врач. Ему очень плохо, видите? Вот, смотрите, как он плохо выглядит. Да-да-да-да. Я сейчас буду его лечить. У меня есть стетоскоп и фалоимитатор. Влад! Влад! Не хватает только тебя. Он уже едет. Я хотела познакомить вас с новым трио, смотрите. Зиверт, Регина и Маша Миногарова. Нет, Романа не будет. А где Маша? Ой, все, трио не получилось, блин. Ребята, я хочу вам показать свою доску позора, как у Самбурской. Гляньте, как же это круто. Вот куча артистов на моей карте. И знаете что? Из них 99% не понимают, где находится... Смотрите нас, пожалуйста, завтра же в пятницу будет очень интересный выпуск с гор. Ха-ха-ха. Ждете уже нас?